Высокие технологии. Хай-тек. Можно ли изобрести колесо? Вопрос так больше не стоит, потому что на него отвечают утвердительно участники израильского стартапа Softwell. Они, правда, изобрели не само колесо, а систему подвески и лишь в инвалидной коляске. Но их разработка изменит жизнь многих инвалидов к лучшему, как они утверждают сами. Один из тех, кто первым решил воплотить инженерное решение в жизнь, стал сотрудник Softwell Дрор Коэн. Меня в коляске с прежней подвеской подбрасывало довольно резко. Сейчас же я легко на ней взбираюсь на тротуары и по ступенькам. И это совсем иное ощущение. Исследователи предположили, что в новом типе подвески, если он устанавливается на инвалидном кресле коляски, может быть использован принцип, который существует в автомобильных коробках передач. В зависимости от угла препятствия, которое требуется преодолеть, передача переключается с более низкой на более высокую. И наоборот, схема управления такая же, только в нашем случае подвеска, которая становится то более упругой, то более жесткой, делает передвижение коляски плавным по сравнению с тем, что существует сегодня. И, разумеется, это удобнее для того, кто постоянно находится в коляске. Его позвоночник подвергается меньшей нагрузке. За инженерным решением последовало и эстетическое. Как считают специалисты, они сумели найти оптимальный дизайн. Сегодня участники проекта работают уже над адаптацией их разработки для велосипедов-внедорожников. Как заявляют инженеры Softwell, их разработка удовлетворяет всем требованиям и должна быть внедрена в производство в ближайшее время. В розничной продаже коляски и велосипеды, в которых используется предложенное решение, появятся через год.